Пять минут из жизни маленькой девочки признали символом хаоса. Иэн Мьюир, Иэн Мьюир из Шотландии запечатлел на камеру пять минут из жизни своей двухлетней дочери Милли и составил фотоколлаж, чтобы показать, как много занятий девочка успела сменить за это время. В сети признали, что снимок отражает хаос семейной жизни, пишет The Daily Mirror. За пять минут дочь фотографа успела поиграть на синтезаторе, попрыгать на диване, посидеть в корзине для белья, спрятаться за телевизором и совершить еще множество действий, оставляя за собой беспорядок. Фотография стала вирусной в сети после того, как подруга Мьюира по имени Салли поделилась снимком в закрытом Facebook-сообществе для родителей. Салли не ожидала, что пост Всева за пару часов наберет более 2000 лайков. Женщины восхищались в Facebook тем, как ловко отец отразил непоседливость малышей, называли снимок потрясающим, а потом попросили совета, как самостоятельно сделать аналогичный коллаж. Мужчина отметил, что Милли была удивительной моделью, однако на монтаж изображения ушло как минимум 3 дня. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале «Лента дна». Подпишись, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.